Добрый день, это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня у нас в студии представитель Елатомского приборного завода Анна Андрощук. И мы поговорим о приборах, которые делает этот завод физиотерапевтического назначения. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Светлана. Ну, мы говорим о приборах, которые предназначены для использования метода магнитотерапии. Угу. В чем заключается этот метод? Ну, для начала мне хотелось бы рассказать, чтобы, может быть, что-то новое рассказать и поведать телезрителям, что за четверть века линейка магнитотерапевтических аппаратов существенно изменилась. То есть аппараты стали более удобные, более простые в обращении и задействованы в лечении более широкий спектр заболеваний. Исследования, которые проводились даже нашим заводом, да, и учеными России, доказали, что магнитное поле, оно как действует на организм? Оно способно восстановить кровообращение. То есть если человек болен, да, поражен какой-то участок его тела, он принимает лекарства, но не получает должного эффекта. Из-за чего это происходит? Из-за того, что ввиду болезни изменяется клетки, изменяются проходимость суставов, сосудов, и лекарство не поступает в нужном объеме и в нужном количестве к больному месту, то есть замедляется эффект лечения. И вот как раз магнитотерапия, магнитное поле и нужно для того, чтобы улучшить кровоток, то есть улучшить обмен веществ, улучшить поступление питательных, лечебных и витаминов как раз к этому органу, который поражен и улучшает скорость даже лечения, более эффективное лечение становится. Опять же, магнитное поле обладает такой способностью проникать вглубь организма, да, до 80 сантиметров, и тем самым способно вылечить или привести в тонус, например, мышцы и сосуды, которые далеко находятся, вот они защемляются где-то внутри нас, да, медикаментозно более длительный процесс. А если в комплексе совмещать магнитотерапию и медицинские препараты, то есть эффект восстановления будет идти намного быстрее. Угу. И сколько у нас уже получается в стране и вообще используется этот метод магнитотерапии? Вообще метод магнитотерапии используется уже 25 лет, то есть в этом году такой небольшой юбилей. Угу. И у завода тоже. Вот. И получается, что есть, раз есть метод, значит, и опробованы какие-то вещи, которые можно... Ну, аппараты существуют для того, чтобы это применять, да, на практике. Да, на данный момент завод разработал и изготавливает более 10 магнитотерапевтических препаратов. Они так и называются – домашний доктор, то есть из серии «Домашний доктор». Если раньше магнитотерапия была доступна только в поликлиниках, то есть в физиокабинетах, то на данный момент и любой потребитель, любой пациент может приобрести себе эти аппараты и дома ими пользоваться. Ну, я слышала, в том числе, наверное, про приборы, которые выпускаются под названием «Алмак», правильно? Да, не только «Алмак». Не только. Сейчас я поподробнее об этом расскажу. Мне хотелось бы сразу отметить, что все наши аппараты прошли клинические исследования, то есть, да, на эффективность их применения. Гарантию завод дает 2 года, причем на каждом аппарате. На коробке есть гарантийный номер. На, да, сам прибор, да? На сам прибор, на его, да. Что он работает. Да, что он работает. Есть все соответствующие сертификаты и удостоверения, выданные Министерством здравоохранения Российской Федерации, о том, что да, он нужен, не нужен, а то есть может быть использован применен. В домашних условиях и применен. Угу. Не только в больницах и поликлиниках. Анна, а скажите, вот все-таки в чем смысл действия аппарата «Алмак-1», например, и других? Ну, как они воздействуют на организм? В чем их? Включаются они или они все время работают? Вот смотрите, здесь у нас представлен аппарат «Алмак-1», как раз о котором я и хочу сейчас рассказать. Что это? Это системный блок, он там вот внизу, излучатель магнитных лучей. Это индуктор катушки, как раз те, благодаря которым магнитное поле вот бежит, оно от основания, и вот так вот оно вот побежало. В
каждой коробочке, в любом алмаге, есть индикатор, то есть, который показывает работу. Вот мы его прикладываем, видите, он загорелся, замигался. То есть все, лечение можно начинать. Лечение очень простое. То есть приобрели вы этот аппарат, пришли домой, берете инструкцию. В инструкции все подробно описано, то есть при каком заболевании, какое время лечить и как. Даже тут есть иллюстрации. Вот. Угу. Вот, куда, например, накладывать, Да, как прикладывать. То есть, опять же, длинный шнур, плюсик. То есть человек может пользоваться аппаратом без дополнительной помощи кого-то. Абсолютно дома, в домашних условиях. Один, сидя или лежа. Опять же, аппарат дает такой расслабляющий эффект, что во время приема процедур, да, получения процедур, человек может заснуть. Ничего страшного. Пусть спит. Через определенное время он отключается автоматически. И никаких побочных эффектов из-за этого организму. Если он выключится, в общем, все будет... Все будет нормально. Проснемся с ними, мы продолжаем жить дальше. Вот. То есть вот катушки индуктора, как раз вот они так сконструированы, что магнитное поле проникает на 8-10 сантиметров вглубь. Ощущения какие человек испытывает? Да никакие. Испытывает такое легкое тепло. Некоторые отмечали то, что чувствуют, как бы кровь быстрее бежит, да, потому что магнитное поле воздействует так, что эритроциты в плазме крови начинают быстрее двигаться, улучшается кровообращение, ну и как бы такой приток крови. Вот воздействие алмага. Алмаг показан при заболеваниях опорно-двигательной системы. То есть это, например, остеохондроз воротниковой зоны, да, остеохондроз позвоночника, коленных суставов. Также он показан при дальнейшем лечении при повреждении опорно-двигательного аппарата. Это, например, перелом. И также в домашних условиях после стационара человек продолжает лечение. Как по инструкции, курс лечения должен быть от 18 до 20 дней. Вот, опять же, время лечения с каждым использованием увеличивается. В инструкции, опять же, все это прописано доступным языком. Открыли, посмотрели и все согласно инструкции пролечились дома. При неврологических заболеваниях, при венозных заболеваниях тоже показан алмаг первый. Даже при, ну, некоторых женских заболеваниях тоже рекомендован и показан. Ну, в любом случае, наверняка любому человеку нужно проконсультироваться с врачом. Да, с конечно. С своим лечащим или со специалистом. Конечно. В любом случае мы рекомендуем обратиться за наставлениями к врачу. То есть, если вдруг у человека во время использования возникают какие-то вопросы, у нас есть телефон горячей линии 8 800 200 0113. Какие бы вопросы ни возникли, квалифицированные специалисты всегда проконсультируют в любое время. Если же это более сложный случай, то в штате завода есть врачи, которые также смогут ответить на все возникающие вопросы. Получается, что инструкция составлена подробно для каждого случая, который может возникать у человека. Там, да, для каждого случая. То есть вот какие-то. Она прям открывается, выбирается нужная страничка, да, например, невралгия затылочного нерва. И все подробно-подробно описано, что это, как это. Только нужно смотреть за временем, то есть по применению. И регулярно, да, получается, как это, любой успех лечения или конечно, улучшение здоровья, регулярность использования. Да, опять же, как по инструкции, но это, наверное, не только при лечении алмагов, а при любых даже физиопроцедурах, не менее 10. То есть если человек сделал 3 раза и не видит нужного эффекта, нужно продолжать лечение. Более того, после прохождения курса рекомендовано повторить через месяц, через полтора, что при загруженности наших физиокабинетов, например, в больнице, сделать просто невозможно. Вот именно учитывая потребности пациентов и воспроизводит это все алмаг. Этот алмаг, получается, его нужно, значит, или надевать,
как, или как-то прикреплять, или обматывать да, часть. Да, опять же, в инструкции нарисовано, прописано. Да, вот, например, ну, что у нас, неврит локтевого сустава. Да? Мы берем алмаг, прикладываем, и руки разные у нас у всех по размеру, и вот таким вот образом уже вот я получаю лечение, потому что он у нас в сеть включен, и пошел эффект. То есть магнитное поле побежало и оказывает воздействие на органы, которые мы лечим. И несколько программ существует для различных случаев, да? Он да, работает тут по, все прописано по времени и по По времени работает, да, по времени и по интенсивности. Опять же, ну, я считаю, что он не только для домашнего использования, а можно его даже взять на работу и в обеденный перерыв применить, да, то есть для более работающего населения, которое не находится дома постоянно. Ну, компактный вообще. Компактный, да. А скажите, пожалуйста, Анна, вот этот прибор, он предназначен для каждого человека индивидуально? Или его можно всем членам семьи применять? Нет, ну, во-первых, у этого прибора абсолютно нет возрастных каких-то ограничений. То есть по назначению врача аппарат можно применять и при лечении детишек, даже грудных, и для более взрослого возраста. Может пользоваться вся семья. Но единственные элементарные меры гигиены, то есть это антибактериальные салфетки, после каждого применения он протирается алмаг и убирается в коробку. Чтобы не было... Да. И выключается. И выключается из сети, да. Да, то есть элементарно. Все. Завод дает гарантию на его... Да, завод дает гарантию... На его работу. Да, на его работу гарантию дает 2 года. Причем гарантия идет не с момента изготовления, а с момента приобретения уже конкретным покупателем. Вот. В каждой коробке, да, к инструкции прилагается вкладыш с сервисным центром, с указанием телефона завода, если вдруг что-то как-то, куда позвонить, куда обратиться. То есть завод несет полную ответственность за свой товар, за свою продукцию. Ну, у нас вот 3 минуты до конца программы. Хотела еще спросить, наверное, это не один прибор, который сегодня есть в производстве Елатомского завода? Нет, конечно, не один. Есть более технологии 21 века, новейший препарат Алмаг-02, то есть который также доступен для домашнего использования. Там более 79 программ уже установлено по умолчанию. Новейшие исследования – это Диамаг или Алмаг-03, который используется после инсульта. Он даже рекомендован Министерством здравоохранения. Не он конкретно, а как магнитотерапия метод, в целом. Да? Да, как метод при лечении и реабилитации после инсульта. Есть такой аппарат, как Фея. Это уже не магнитотерапия, а тепловой эффект оказывается. То есть лечится у детишек носик при запущенной форме и при легкой простуде, то есть при рините, синусите, гайморите, показан деткам. Где можно узнать подробную информацию, где можно даже, может быть, потрогать, поговорить, приобрести у нас в городе? Конкретно в Липецке, то есть наши аппараты доставляются во все специализированные магазины, в аптеки, в аптечной сети «Саммит», в Липецк фармацеи, в магазинах медтехники, конкретно Липецк медтехника и техномедика. Но мы стремимся к тому, чтобы аппараты были в шаговой доступности, ну, просто в каждой аптеке. И можно, в общем-то, найти телефон, еще раз хочу, чтобы вы в конце программы повторили, куда можно звонить и спрашивать, задавать вопросы. На горячую линию завода, то есть номер 8 800 200 0113. Все фармацевты, которые работают в аптеках, также обучены и могут дать квалифицированные советы по применению аппарата. Ну и последний вопрос, Анна. Вот все-таки эти приборы Алмаг, Фея, они вот сегодня, в общем-то, действительно нужно такие приборы иметь у себя дома? Конечно, нужно. Конечно, нужно, чтобы такие приборы были под рукой всегда. Ну, мало ли ушибы, что-то у детей, у взрослых. Опять же, к Новому году, наверное, это замечательный подарок, потому что что можно подарить дороже, чем здоровье? Или хотя бы возможность его поправить. Спасибо большое за интересную беседу. У нас еще сегодня будет небольшой фильм информационный о заводе, Елатомском приборном заводе и его приборах. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
Каждый человек с болью и болезнью борется по-своему. Одни полагаются на свой организм, другие предпочитают таблетки и уколы, третьи обращаются к безлекарственным средствам. Одно из ведущих отечественных предприятий в области создания портативной физиотерапевтической техники, развившее свое производство на базе современных конверсионных технологий, сертифицированное по международной системе качества Елатомский приборный завод. На данный момент в прайс-листе завода около сотни различных наименований медицинской продукции. Количество выпущенных приборов и вовсе измеряется миллионами. От начала до конца все делаем сами. Проектирование оснастки, изготовление сложных пресс-форм, штампов. Мы закупаем только комплектующие и материалы. Елатомский приборный завод в прошлом был частью оборонного комплекса, секретным филиалом Рязанского головного предприятия. Тогда его основной специализацией были узлы и детали для спецтехники, а также товары народного потребления. В конце 80-х Институт радиостроения передает на серийное производство новое медицинское изобретение – аппарат магнитотерапии под названием МАК-30. С выпуска этого прибора начинается целая эпоха в здравоохранении. Уже через несколько лет МАК-30 вся страна будет именовать не иначе, как магом и волшебником в прямом смысле слова. А затем появится целая серия магов различной степени сложности. Сегодня в производственных цехах завода изготавливают и лечебно-диагностическую технику, и дезинфекционное оборудование, и медицинскую мебель. Изготовительным, где производится комплектующие для сборки, является литейный цех. После изготовления часть деталей поступает в заботливые женские руки. В сборочно-монтажном цеху мужчин немного, работа требует терпения и усидчивости. Здесь, на этом участке, производится сборка всех практически медицинских изделий. Работают здесь радиомонтажники. Мы немножко, в отличие от других предприятий, работаем в соответствии с системой менеджмента качества ISO 2000. Каждый исполнитель является контролером предыдущей операции. Таким образом, он же является контролером и выпускаемой своей продукции. За один день через руки каждого радиомонтажника проходит порядка 144 приборов. Несмотря на внешнюю однообразность работы и определенный автоматизм, все сотрудники регулярно повышают уровень квалификации. У нас проводится аудит системы качества фирмы TÜV Nord из Германии. Приезжают аудиторы и проводят аудит всей нашей системы производства выпускаемых изделий. Вот здесь каждому исполнителю раз в год приходится опять вспоминать свои знания. Таким образом, постоянно происходит самообразование. На втором монтажном участке, где собирают более сложную технику, востребована в основном мужская сила и особые знания. Например, бригадир участка Сергей Седов пока единственный, кто работает с таким прибором, как полимак. Полимак является изделием, аналог иностранным прибору магнитной кровати. На данный момент у нас производится полимак нового дизайна, он где-то уже 180-й, то есть по счету. В месяц примерно я делаю около 15 полимагов, это в среднем. Говоря более простым языком, полимак – это общая и локальная магнитотерапия. Главная особенность этого сложного медицинского прибора – возможность лечения нетранспортабельных больных. Сами же магнитные поля уникальны тем, что проходят через все ткани организма, как будто не замечая их. Такое воздействие не вызывает повышения температуры или раздражения кожи. Прежде чем стать помощником в лечебном учреждении или индивидуальным домашним доктором, все приборы проходят цикл проверок. Так выглядит участок ПСИ – приема сдаточных испытаний. Это очень серьезный участок, здесь работают более квалифицированные радиомонтажники, то есть они называются испытатели. Задача и цель этого участка, чтобы до потребителя пришел качественный прибор. Если работоспособность от изделия УЛП в процессе лечения 22 минуты, а он проходит технологическую нагрузку 2 часа. В процессе этих 2 часов прибор может проявить себя буквально по-разному. Естественно, после того, когда прибор отошел в процессе прогона двухчасового, он может пройти и на первой минуте, и на 25-й минуте, и на втором часу. Этот прибор у нас идет на склад несоответствия. После исправления всех недочетов прибор прогоняют с двукратной нагрузкой. Вместо 2 уже 4 часа. Это единственный участок, где работает инженер по качеству. На данном этапе я провожу приемку приборов «Алмак» на стенде технологического прогона. Я провожу 100% проверку необходимых параметров, которые заложены в соответствующей технологической документации. Портативная медицинская техника Елатомского приборного завода – многократный призер конкурса «100 лучших товаров России».
На настоящий момент выпускается свыше 10 физиотерапевтических аппаратов из серии «Домашний доктор», награжденных золотыми, серебряными и бронзовыми медалями многочисленных отечественных и международных выставок, в том числе таких, как «Дюссельдорфская медика» и «Брюссельская эврика». Последние 10 лет реализовано только населению, это не считая то, что закупили больницы, санатории, поликлиники, только населению продано больше 1 000 000 приборов. И завод постоянно имеет обратную связь. Приходят сотни писем каждый месяц. В основном это благодарные отзывы или даже бывают какие-то пожелания, там, рекомендации. Отработка эффективности методик лечения, а также клиническими исследованиями занимаются высококвалифицированные сотрудники медотдела. В числе наиболее востребованных продуктов завода – аппарат для локального воздействия на организм человека бегущим импульсным магнитным полем «Алмаг». Применение «Алмага», оно, во-первых, повышает эффективность лекарственных препаратов за счет того, что, улучшая местное кровообращение в месте воздействия в том же суставе, туда увеличивается приток и лекарственных препаратов, которые оказывают большее действие, нежели они оказывали бы без применения аппарата. Аппарат «Алмаг» сам обладает противовоспалительным действием, и еще он активизирует обменные процессы, что, в общем-то, благотворно влияет на сами ткани суставы. Подобная техника на территории России реализуется уже более 15 лет. Последние 5 из них, в том числе, и с помощью выставок-продаж для населения. Это дает возможность потребителям приобретать в первую очередь нужный им продукт по заводским ценам без торговых наценок. Каждый, кто приходит на выставку, получает подробнейшую консультацию по возможности лечения его заболеванию физиотерапевтическими приборами, магнитотерапией, теплотерапией. И в зависимости от того, имеются ли противопоказания или них не имеется, человеку даются определенные рекомендации по приобретению или не приобретению того или иного прибора. Ежемесячно во всех регионах России проходит около 500 таких выставок. Для обладателей деликатных заболеваний выставки-продажи и вовсе являются одним из анонимных действенных методов лечения. Например, таким устройством, как Мовит. Предназначено для лечения мужских заболеваний, хронического простатита, в том числе его можно применять для лечения того же хронического простатита на фоне аденома предстательной железы. В принципе, человек, проводя процедуру дома, получает весь комплекс физиотерапевтических процедур, которые он проходил бы в поликлинике или в больнице, но только тратит на это всего лишь 30 минут. Дополнительная информация, в том числе и о нетиповых заявках, есть на заводском сайте. По возможности приобрести абсолютно доступно. Даже если вы живете в глухой деревне, там очень-очень далеком селе, где выставки не проводятся, есть возможность купить наложенным платежом. Заводские реквизиты есть и в газетах, и везде. Человек, если слышал что-то о нашем приборе, позвонить на завод не составит проблемы. Что касается цены, то она доступна. Цена прибора – это не только качество и гарантия, но и оформление протоколов, регистрации, сертификатов, а значит, действительная квалифицированная медицинская помощь. Мы не можем в серийный выпуск выпустить ни одно изделие, пока оно не прошло все этапы апробации. Это не менее 2 лет на каждое изделие. С устройствами «Теплон» и «Фея» хорошо знакомы обладатели воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, внутренних органов и костно-суставной системы. Локальные дозированные прогревания различных участков тела особенно актуальны при детских простудных заболеваниях. После того, как происходит прогревание, во-первых, стимулируется и собственная иммунная система организма, и во-вторых, те вирусы, которые попадают в полость носа, они перестают размножаться и просто-напросто погибают. Помимо вот такого вот большого аппарата, существует портативный вариант, вот это вот, более простой, проводится это. Таким вот образом проводится прогревание как раз вот локальные гайморовых пазух. Сегодня продукция Елатомского приборного завода есть и в известных медицинских клиниках с мировым именем, и в сельских ФАПах, и в домашнем пользовании не только жители России. Квалифицированной помощи нуждающимся в ней людям, уверены сотрудники завода, не должны препятствовать территориальные и языковые барьеры. Постоянные поставки в Германию, во Францию, эпизодические поставки в Италию были, в Польшу отправляем. Налажен путь отправки медицинских аппаратов в Соединенные Штаты Америки. В Нью-Йорк сейчас, в частности, занимаются этим делом. Искать новую продукцию нетрудно. Время и обстоятельства сами диктуют условия работы. Наверняка, говорят сотрудники завода, можно сказать только одно. Каким бы ни был ассортимент, за качество отвечаем.